И еще раз доброе утро. Страна. Завтрак мамин. Доброе утро. Доброе утро. Цветы красивые. Мама. Это подарили Лере вчера, мам, потому что она выступала. Давай посмотрим, что фея принесет. Мамочка, знаешь, что мне Лера вчера давала? Мне Лера подарила жвачку из ваты. Это что? Это помнишь, вам в детском мире совсем не попали. Ваты, короче, которую ее жуешь, она жвачка становится. А, поняла, да. Вот это химия. Я вчера две пушки должна съесть. Не доела, конечно. Вот у нас остались следы от ветрянки. Сейчас нам приедет журнал снимать один. Но они будут снимать на улице возле машины, потому что это журнал про автопутешествия. Мы будем там танцевать? Нет, Даша, мы будем там фотографировать. Сейчас я Дашке максимально уберу, спрячу ветрянку, но они потом еще там заштрихуют. Да, Даша? Да. Так что Мига Полина сидит на ступеньках, обзывается дураком. Да. На Арсения, поэтому сидит на ступеньках. Мама, я все. Давай, стой, я тебя сейчас причешу, хорошо? В общем, мы готовимся к съемкам. Чтоб на фоне дома фотографировать, а не на фоне грязных сугробов. Я хочу перестать. Идите сюда, Марк, не выпендривайся. Отходите. Так, я думаю, что вот туда нужно проехать. Нет, вот, нет, нет. Почему? Вот просто. Отойдите сюда, Лера, Арсюша. А, окей. Там тут просто красиво. Так, у нас сейчас проходят съемки в журнал. Потом дам ссылку внизу к видео. Интервью уже взяли. Осталось только отснять. Полин, стой! Когда ты останавливаешься в каких-то местах, которые ты не знаешь, там, исследуешь каждый закуток. Мы стали снимать видео в YouTube на тему, потому что нас очень много стали спрашивать, как мы ездим. Вот. Сейчас у нас задумка на июль. Ну, так как у нас еще постройка дома, задумка. Мы не знаем, существуем или нет. Мы очень хотим... Между ними попробовать. Все, вот сюда прям из окна высадились. Улыбайся, Лер. Арсений, сюда смотрим. Даша, сюда. Сюда смотри. Полину Башу. Не видишь. Сними. Паш, отойди, ты мешаешь, Паш. Папа, дойди. Сейчас я. Паша, подойди. Лер, улыбайся. Пожалуйста, улыбайся. Лер. Помнишь, улыбаться, что я, по-моему, где-то уехали, уехали. Улыбаться, потому что взять тебя улыбаться. Девчонки нам привезли из журнала, привезли нам вкусный торт. Нет, подождите минуточку. Стоп, стоп, Марк, сначала надо взять и всем. Ну ты спешишь, бери один, и мы сейчас будем. Так, я даю вкусняшки тем, кто переоделся. Иди переодевайся. Я переоделась. Я тоже. Можно. Полина идет переодевается. Сейчас, Даша, я сама тебе сюда. Сейчас разденусь. Мои хомяки после фотосессии. Хомячки после фотосессии. Я хамелеон. Ну все, съела? Вкусно было? Молодец. Мам, я хамелеон. Хорошо, я не хамелеон. А что вы в их не угостите? А где чай на спальне? Я оставляла. А? Они не спали. А? Чай на спальне. Вон, Паш, майский, возьми, самый вкусный майский чай. Тыка, призум! Май. Никак не хотел джинсы одевать, да, Зай? А меня ты Зай не называют. Ну ты уже Зая. Он Зая, а ты Зая. Мам, называй меня Зая. Кролик, кролик. Потому что у меня будет кролик. Я вот хотела написать домашнее кошку, где там выглядит домашнее рисунок. Пока Полина поет про любовь, покажу вам замороженный бульон. Вот так он выглядит. Сейчас буду его растапливать. Я очень часто замораживаю бульоны, очень удобно. Потому что они очень наваристые и жирные. Жирные не любим, и я всегда делю на две части, когда варю там индейку или курочку. И одну часть бульона замораживаю, а вторую добавляю воду, и они более-менее... Нежирный получается супчик. Вот такой у меня
замороженный бульончик. Полина здесь поет про любовь. Раскидала. А где у тебя куклы? Они нет. Они делают шпагат у нее очередной мам. Раз, а вещи валятся. Что? А дальше взяла 500 рублей. Ну пусть и она положит пусть обратно. Это ее, пусть она просто не таскает их в руках. Хорошо? Намазала, что ли? Да. Ничего себе. Так, я сейчас положили, да? Даша, ты не играешь, что ли? Нет, она обиделась, что ты ей не дала одеть ботинчишки. Давай, пойдем. Ну так ты не вешаешь одежду, я поэтому не даю тебе. Юбка валяется, как валялась, так и валяется. Я потом повешу его в платье. Надо было сразу вешать, Даш. Давай по-честному играть. Несколько раз просила тебя повесить одежду. Нет, Полина тоже, Полина уже не плачет. Да. Пойдем, Полина, пошли. Дальше, пошли. Что я делаю в воскресенье утром? Перебираю все наши шарфы, шапки, раскладываю. Вот эти уже на отдачу. Это друзьям, это племяннику. Это в стирку. У меня стирка уже накопилась шерстяных вещей. Это Марка куртка, он пришел, сейчас я его отвожу опять на занятия. Дети поют гимны. Что там за дурдом, Марк? Ну ты зайди в Ассарин. Я выгоняю. Марик сейчас едет в республику. Маркуш, давай быстрее, тебе отвезу, у меня уже время. Может, сам пешком дойдешь? Нет. Давай. А мы с девочкой ездим по делам. Сегодня уже весна. Да, я обещала заехать на заправку и купить Дашке какие-то вкусняшки. Да, дочь? В общем, мы развезли всех в школу, в садик. Сори. И едем с Дашенькой по моим делам. Вот. Даша, ты не заложила. Да, Даша выбрала себе подарок. Заехали с ней, правда, не в... на заправку, а в магазин, да? Вот, я еще докупила подарки в садик Полинке воспитателям. В пакете сейчас купим упаковочную бумагу. И завтра всех поздравят. А, да, Дашка довольная, что у нее йогурт теперь. Ты сразу два съешь? Да. Понятно все. Вот, в общем, едем дальше. Заехали с Дашенькой на 15 минут домой. Перекусить. Я сейчас кашу доем утреннюю. А, Даша, свои вкусняшки, да, дочь? Да. И помчимся уже за детьми. Сейчас термос сделаем с чаем с собой. Итак, у Даши пошел второй йогурт. Да, Даш? Да. Ну, быстро это укрепим. Приехали к Лерке на концерт. Сейчас покажу. Так, это книги она взяла. Ты сейчас будешь смотреть. Даша сказала, я тебе ничего не дам. Даш, кстати, положи сюда. И зачем ей это? Нужно. Я пошла с собой. Мы сейчас пойдем пучок, я себе сама сделаю. Давай, давай. Отдай ей книги, успокойся. Почему пока. Даша мне не дает ничего? Ты выкинул ручку свою? Нет. Самое улыбчивое, когда ест, это Дашка. Мы зашли покушать. После книжного магазина. Даша такая высовывает. Картошка в лицо. Картошка в лицо. А я ем щи. Ну что-то по запаху они не очень вкусные. Пирог и банан. А папа однажды, когда мы были у моей, у нашей сестры двоюродной, папа ел из хлеба такой щи. Папа крутой, а мама так ест. Забегаловки, да, дочь? А я там после папы доедала хлеб. Даша, у тебя уже ты голову накормила, волосы тоже кормишь? Мам, я такая
Ну ты вот так волосы сделай, Волосики. Даша, Даша, волосики так сделай. За ушки, да. Мам, я такая вытаскиваю, которую что улели в лесу. Михайловна у нас вела технологию. Да ладно, да? В пятницу. Твоя ученица вела у Арсюши? Ну, мам, да. Не надо снимать. Я хочу показать, какие у нее карточки. Это мам. Все. Арсюша купили английские карточки. Он сказал, что все выучит, да? Данки, шип. Мы с Дашкой поменялись едой. Мам, а мама, а что ты не ешь? Арсюш, ты осторожно. Мам. Пытаемся выбраться из машины. И никак не выберемся. Полчаса собирают. Я уже не могу, сил нет. Сегодня в магазине купила ель канадскую, вырастет дерево. Вот. Посажу дома. И купила еще книжки детям. Подарки 8 марта. Вот. Ну, три попы торчат. Слушайте, мне уже так жарко, это невозможно. Дети, ну давайте, быстрее. У меня уже все, я уже не могу здесь сидеть. На улице снег идет, слякоть. Я не могу, я растянусь. Дайте ему пинка кому-нибудь там. Ай, шар. Вообще, как дурдом. И я. Лер, вот давайте только без этого. Давайте уже... А, это Арсюш. Пенал, дай, пожалуйста, Даше в руки. Пенал свой с карандашами цветными. Там не шар. Это не шар. Пенал, дай, пожалуйста, Даше. Спасибо, скажи Даше. Положи пенал. Положи пенал. Господи. Клоунада у меня просто дома. Сейчас к маме вперед заведешь. Раз. Нет, 9, 8, 5. Даш, зачем открываешь? Закрой пока пенал. Смотри. 9, 8, 5, давай. Это, конечно, очень интересно и смешно. Может, собираться это уже в будущем. Это фотка вам моя. Я не думала. Все? Нет. Истерика закончилась? С жвачкой во рту вообще уже. Сейчас подавишь ли, поедем в больницу вытаскивать. Истеричка. Истерик. Лер, выходи давай из машины. Хоть на одного человека меньше будет, сейчас вторую соберется. Давай. Пап! Меня мама из машины выгоняет. О, Лер, знаешь, что возьми? Возьми термос, пожалуйста. Мы еще с термосом. Зря ты сказал. Ой, не могу. Не надо было сразу выходить. И что, теперь будем сидеть до упора здесь? Давай, одевайся, Арсюш. Как? Мы уже 10-ю минуту, наверное, выходим из машины. Ты по цифрам, да, раскрашиваешь? Покажи, что ты уже раскрасил. Мячик. 11. Ты что еще получилось раскрасить? За первую страничку. Черного карандаша над собой у нас, да? Да. А вот оранжевый. Угу. А вот второй треугольник. Я сама себе показала. Так. Чем ты мне помогаешь? Я собираю доски. Носки собираешь, да, дочь? Да. Я уже папе доположила в полку и ахерею, а сейчас буду ложить Малка. Эксплуатирует мать тебя, да, пока ты на больничном? Да. Дочь, а те вещи, которые тебе малые, куда мы отдаем? К детям. Каким? К
у которых нет мам и пап. Детский домик отдаем, да? Да. И красиво наше. Ах, хорош. Спасибо, сказала хоть? Скажи спасибо Руслану. Спасибо. Руслану. Довольная. Такую прическу хорошо сделали. Сашка была. О, красавица. Красотка. Да, работает здесь она. Готовит? Да. Ну ты сиди, принимай. Тут. Тебе директор будет говорить, что делать. Ты делай. Сядь хорошо, нельзя так. Родик так не катается. Как это возможно, что наше все время мы уходим из Республики Питер? Наконец-то. Погуляйтесь. Блин, я девушка. Пойдем, чувихи. Пойдем, чувихи. Моя мама спросит.